Все. Пока, братва. На связи каждый день, чтобы были. Ну что, полный бак бензина. И... 1298 километров. Я начинаю свой вояж. Правое... Или какое там? Русло. Восточное русло. Одры. Вот такое вот утро у меня. Небо чистейшее, солнце светит. На улице жара, уже 7 утра, а жара уже такая хорошая. Север Европы, да? Прикольный знак. 70 ограничение. Вот такие вот люди работают в Польше на пешеходных переходах возле школ. Вот. Костел. Башенька, башенька, башенька. Я что, в Старгарде? Я, кстати, не знаю, куда я заехал. Но похоже, что это Старгард. Потому что я когда-то здесь был, и были такие же башни. Или не Старгард, а какой-то город перед ним. Ну, прикольно. Архитектурка. Я целенаправленно не еду по автобанам. Полностью их исключаю из своего пути. Потому что, может быть, на обратном пути, но в ту сторону зачем? Еду с небольшой скоростью, радуюсь краевидам и вот таким вот видом. Вот огромный костел. Особенность Польши: в каждом селении костел. Маленькая деревушка, костел. Вон, гляньте, какой костел хороший. Огромный. Вот такие вот краевиды. Маки цветут. Не знаю, видно, не видно. Должно быть видно. Просто красотень. Так, тут как-то съезжать надо куда-то. Или нет? Блять. Ух. Я тут впервые. Если что, не бежать. Я тут впервые. Что за город? Какой-нибудь Гош Великопольский, наверное. Окей. Да, наверное, Гошев. Что-то большой городок какой-то. Гожу. Прикольная херня. Я скажу вам. Вот такое вот село попалось мне на пути. Вообще ехать без автобана вообще прикольно. Вообще въехать вообще прикольно. Столько различных вещей видишь. Классные. Что там, речушка? Ну как речушка? Ручеек. Польское село. Кстати, должен быть озерком. Костел. Обязательно костел. Никак без него нельзя. Офигеть, сколько васильков. Офигеть. GoPro, снимай видео. Мензджич. О, полиция. Крутяк. У меня бак заканчивается, топливо в баке. Да. Надо будет заправиться.
типа мэрия, центр города, рынок, цветочки. Красиво. Костел, как обычно, где-то вот. Блин. Перевязал сумки. Мотоцикл очень сильно расколбасило на скорости 80-90 км в час. Очень сильно. После сотни вообще в такой расколбас уходил мотоцикл, что я боялся уже даже перевернуться. Спасибо в шлеме за то, что научили, как бороться с колбасом. Расколбасом. И иначе бы ушел. Перевязал сумки по-другому, иначе закрепил, расколбас прошпал. Такие дела. Продолжаем ехать по Польше. Красота. Красота. Красотища, я сказал бы. Останавливаемся, смотрим. Маки, маки и васильки. Это просто страна васильков и маков. И цветочки синие. Что это у нас? Мост толеранции. А, толерантный мост, понимаешь, через Одру. Прикольно. Прикольно, Одра. Такая маленькая, тут она. По-моему, там шахта. Вот там вот. Вот теперь у нас снимает видео. Я вас снимаю. Вот так что, спасибо, реально было классно вас увидеть. Думаю, на обратном пути заеду. Не будете против? Не, чуть против. Вот, хорошо. А на следующий год, если повезет, если откроет Россия границы, то я пойду в Казахстан. А потом на Мурманск и... Ой, в Мурманск, на этот, Владивосток, а оттуда хочу переправиться на Америку. А там искать доли. Давай. Всего хорошего, спасибо. Давайте. Видишь? Ну? Ну, нема. Вот тут, видишь, деревянный мост. Ну, был когда-то. Вот, и. Длинный коридор.
Прикольно. Ой, ночь уже скоро, я никак не найду себе место для ночлега.